Привет! Интернет-магазин «Мастер» представляет бензопилу «Хускварна» 135X-Тор. Объем двигателя 49 см кубических, мощность 1,5 кВт, то есть 2 лошадиных силы. Пила комплектуется шиной 40 см, цепью «Орегон» 3 8 дюйма, длиной 56 звеньев. Пила предназначена для работы в саду, заготовки дров и других непрофессиональных работ. Пила собрана на заводе «Хускварна» в Америке, гарантия производителя составляет 2 года. Двигатель X-Torq – это новая технология компании Husqvarna, которая позволяет экономить до 25% топлива в сравнении с другими бензопилами, а содержание вредных веществ в выхлопе снижается на 75%. При этом двигатель имеет более высокий крутящий момент. Бензопила проста в обращении. Для работы нам потребуется оригинальное двухтактное масло, бензин марки А92 и масло для смазки цепи. Топливная смесь разводится в пропорции 1 к 50, то есть на 1 литр 20 грамм масла и заливается в топливный бак. Сюда. Масло для смазки цепи заливается в отдельный бак. Также бензопила имеет удобный рычаг управления воздушной заслонкой. Обслуживание пилы не займет много времени. После работы необходимо почистить воздушный фильтр, к которому легко добраться благодаря эргономике корпуса. Для этого открываем 3 защелки, снимаем крышку и достаем воздушный фильтр. Он выполнен из пластика и легко моется в бензине. Просушенный фильтр вставляем на место, закрываем его защелочкой и собираем бензопилу. Также нужно снять боковую крышку и очистить сцепление от масляных опилок. Смазать звездочку шины. Шину необходимо переворачивать при каждом обслуживании. При необходимости заточить цепь. Покупайте оригинальную технику только у официального дилера, например, у нас. Больше информации про бензопилу Husqvarna 135X-Torq вы найдете на нашем сайте. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки, спасибо за просмотр, пока!